Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть SCP Containment Breach. Я маленько нагуглил, как можно поймать 106-го, и как показывает практика, я делал все немножко неправильно. Но дело в том, что это такая игра, здесь с наскоку практически ничего не сможешь сделать, не догадаешься как. Ну и... Где? Да не может быть. Ладно, допустим. Для начала мы отключим энергию. Только что-то мы как-то не особо ее отключили. Вот так вот. Хорошо, мы видим нашего заключенного. Вообще там фигурирует эта кнопка, но она почему-то у меня не работает. Может, я уже сделал то, что было нужно. Ну давайте привлечем внимание. Бедный испытуемый сидит там и ждет смерти. За что, говорит, за что? И там вообще двоечник. Слышите эту музыку? И вот он пошел, вон он появляется в этой камере. Кнопка по-прежнему не работает, будем надеяться, что все как надо. Ух, твою мать! Какого черта ничего не работает? Парень, я же совсем не про то говорил. Я должен был поймать тебя, а не ты меня. Я понял, мать, что-то пошло совсем не так. Где ты, болезный? Иди в свою камеру. Подобру. У меня такое ощущение, что он в стене где-то. Я к тебе в измерение больше не вернусь. Ни за что. Нет. Ни за что. Что ты хочешь? Такое ощущение, я не знаю, что он не может пройти через эти барьеры. Нет, может, может, может. Что же я сделал не так? Может быть, теперь, когда он находится внутри? Я не думаю, честно говоря. Скорее всего, мне просто хана. Не совсем понимаю, что и как я делаю, и для чего. Как видите, это все очень неочевидно. Камера отказала. Это мы выключим. Получилось? Я не понял, как я это сделал. По-моему, я сделал это не так, как надо было. Ну, судя по звукам... Хотя, знаете, что-то мне подсказывает, что... Он не внутри. Потому что на видео, которое я смотрел на ютубе, там, когда его поймали, отсюда отчетливо доносились звуки и его дыхание этого нездорового. Ну, ладно, да. Пустим. Здесь вроде ничего больше подергать нельзя. Давайте поднимемся, посмотрим. Как минимум он пропал. Не факт, что он пропал насовсем, но по крайней мере его здесь нет. Ой, если слышите какие-то звуки, то вы знаете, что это. Это 106-й у меня за спиной. Или просто кошка. Так, ну камера отказала полностью. Черт его знает. По-моему, сейчас он выйдет, да? Я не знаю, я как просто ощущаю себя лабораторной мышкой какой-то. Но его звуков нет. Короче, я не знаю, либо что-то пошло не так, либо что-то пошло так. По крайней мере, он за мной больше не гоняется. Да, сохранимся, что нам. Если что, попробуем потом. Ладно, по крайней мере, я могу сказать, что
Было интересно. Пойдем теперь в те технические туннели, где в прошлый раз нас просто до ора довел 173-й. И все же надеюсь, что ты там. Потому что от этого зависит одна из концовок. Ну пропал. Не знаю, куда пропал, зачем пропал, но пропал. Там у нас вирус, который мы выпустили на свободу. Тут у нас 106-й. А здесь у нас комната, которая приведет нас к чумному доктору. Был бы у нас прямой проход, конечно, мы бы попали сюда, но в итоге нам придется пострадать. Что ж поделаешь. Самое главное не попасться ему, потому что он, ну, вы знаете, что он сделает. Так, мы едем, нет? Лифты вообще очень странно работают. Так что хрен его знает. Давайте мы его закроем. Пусть он уедет куда-нибудь. Приедет, не пойдем по новой. Ну, господи, работаешь ты. Так, отлично, мы опять появились в помещении без кнопок. Кто-то говорил, что типа моргай, и все появится. Конечно, вот вам демонстрация того, что моргай, не моргай, а нам теперь полная попа. То есть из этого помещения я уже не выберусь, поэтому давайте просто посмотрим, что у нас тут есть. А что если надеть вот этот костюм? Я не думаю, что он нам поможет, конечно, потому что защита на нем никакая. У нас надет бронежилет, у нас надет костюм экологической защиты. Но нам все равно в итоге край. И ничего мы с этим не сделаем. Зачем мне эта карта четвертую? Откуда у меня откуда предметы при загрузке появляются вообще? Я не понимаю. Ох, класс Эвклид. Ахаха. Да. Проснулись зомби и доктор, который хочет от меня чего-то. Другое дело, что я от доктора ничего особо не хочу. Поэтому давайте стараться уходить, но сейчас мы упремся в тупик. Игра, почему ты такая жестокая? Кнопка. Ух ты, кнопка. Отлично. Сработало, неужто? Короче, этот парень, он, как я уже говорил, по-моему, что это за вздохи? Мы никуда не поехали. Он подходит к двери. Парень. Ох, как эта глючная игра вообще работает. Ну все, отлично. Теперь я такой же зомбячный, как и все. Мозги, братец. Stop it, don't shoot. Отлично. По ногам стреляли. Видишь, ты на мне броник. Хорошо, как видите, здесь все работает очень и очень странно. Меня это просто вымораживает в такой критический момент. Как нам вообще было? Я не знаю. Но мы выберемся отсюда, не волнуйтесь. На крайняк, если мы не сможем пройти там, то мы воспользуемся ноуклипом и попадем сюда. Но не хотелось бы этого делать. Просто эта игра, она отказывается работать как надо. Лифт. Так, сохранимся еще раз. В этот раз постараемся не беспокоить доктора. Просто пробежим. Хорошо, кнопка опять пропала. Круто, чё. Ладно, уходим нафиг отсюда. Даже не будем осматриваться. Пока он там подтупливает, мы успеем вызвать лифт по новой. Отправить его, снова вызвать, я надеюсь. Давай, приезжай, пожалуйста. Приезжай, пожалуйста. Так, лифт, ты работаешь? Вроде поехали. Ой, блин, это было реально страшно. Так, и помещение, в котором все очень нехорошо, но мы тут сохранимся. До сюда мы добрались в прошлый раз. При этом мы, конечно, не закрыли 106-го. Отлично, у нас плановые глюки.
и новое помещение, в котором у нас находился 173-й. Я не знаю, что он там делал. Так, а тут ничего на полу не лежит. Дедушка побывал, но я буду надеяться, дедушка больше не придет ко мне в гости, потому что это реально было не круто. Так, мы едем, нет? Просто будем считать, что электрика отказывает, и поэтому лифты глючат. Вроде никого не слыхать, да? Хорошо, пускай так и будет. Ой, я ненавижу эти коридоры. Куда иду вообще? Так, лифт наверх. Запомним, сохранимся. Ой, дедушка пришел. Значит, мы его все-таки не закрыли. Отлично просто. Я не пойду в твое карманное измерение, ни за что. Другое дело, что я в этом помещении от него уйти не могу. Да куда же мне тебя бежать-то? Ой, твою мать! Какого хрена? Я же говорил, что здесь 173-й. Ну и что мне делать? 173-й здесь, 106-й никуда не закрылся. Хорошо, поехали просто наверх нафиг. Потому что тут мы, я так чувствую, ничего... Лифт. Лифт, быстрее, сейчас дедушка придет. Лифт. Да что ж с этими лифтами? Поехали. Все, вроде двинули. В лифтах не сохраняемся, самое главное правило. А вот тут уже можно. Так, это что такое? Эту карту я выкину, пожалуй, потому что мне не нужна она. А вот это вот разодранный листок бумаги на машине улучшения можно вроде как улучшить. И тогда можно будет прочитать на нем какой-то код. Уточка, опять ты. Ой, твою мать, да что ж с вами такое? Закрой нафиг. Ой, да в Япона, мать. Уйди, пожалуйста, куда-нибудь, деда. Деда не надо, пожалуйста. Хорошо. Деда совсем не хочет со мной дружить. Так, я, пожалуй, закрою эту дверь, ну и нафиг. Что у нас тут? Тут у нас... компьютер. Ладно, вот этого я, кстати, вообще никогда еще не видел. Или видел, но в самых ранних версиях, я не помню просто. Ого, неплохо так. Скайнет, ты тут? Что с тобой случилось, бедолага? Черт тебя. Что-что-то? Смотри, вот за двумя закрытыми дверями держит. Что? Пусти меня, пожалуйста. Это как считается, что я попал, нет? Я не совсем помню, что с этим компьютером, но раз класс и в клип, то черт его знает. Это искусственный интеллект, очевидно. И если его выпустить в сеть, то он разойдется, поэтому он вот так... 173-й. Хорошо, и что я тут делаю вообще? Как мне отсюда теперь выбраться? Я не могу пройти, но я не знаю кода от этой двери. Да, все просто замечательно. Ладно. Хорошо, будем ломиться, значит. На самом деле, я не думаю, что так запланировано разработчиками, но мы успеваем вроде бы. И хрен с ними тогда.
Знать бы код, и тогда можно было бы тут что-то сделать. Ну, ладно, запомним это место. Я пока не понимаю, где вообще брать эти коды. Но я думаю, со временем мы все это узнаем. Хорошо, что у нас тут? Гробик? Гробик тоже не очень... Тихо. Гробик тоже не очень хорошо. Но вроде как около него можно выйти на контакт с этим искусственным интеллектом. Самое главное — не смотреть на мониторы. Так, хорошо. Описание 895-го, я думал, что это более полезное. Сам гроб не представляет из себя опасности. А вот аппаратура, которая его снимает, и разнообразная техника просто сводит с ума и заставляет покончить с собой. Давайте я вам это продемонстрирую, потому что в этот раз я как бы делаю полную демонстрацию игры. Ой, твою мать. Я ожидал этого, но это было все равно очень страшно. Хорошо. Ладно. Теперь сходим посмотрим на гробик. Не знаю, учитывая, что мы большую часть дел в этот раз делаем правильно, все равно мы пока не смогли войти в контакт со многими местными обитателями. Скажем, со 106-м у нас пока голяк. Вот, тут еще и деда был. Карта 4 уровня. Не нужно, у нас есть Омни-карта. А вот и сам гробик, да? Ну, деда, ну какого черта, твою мать? Выходим. Я ненавижу этот урод. Ненавижу. Я в твое измерение больше не вернусь. Ни за что, ни за что. Спокойно, уходим. Спокойно, спокойно. Давай быстрее. Я не знаю, куда я иду, но я иду подальше отсюда. Так, ну где-то тут я был. Сейчас у нас вполне... Я правильно направление выбрал. У нас есть шансы выбраться отсюда. Так, вот тут посидим. И все у нас будет как надо. Ну, а если я туда попаду, то я... Ладно, нормально. То я не буду оттуда выбираться больше какими-то стандартными методами. Я лучше... просто умру. Ну что, давайте на этом заканчивать, наверное. В следующей серии пойдем дальше по этим коридорам. Там, судя по всему, будет еще что-то интересное. Я так и не понял, что делать со 106-м, потому что такое ощущение, что игра сломалась. Либо я просто что-то делал совсем неправильно, но вроде делал как так, как на Ютубе. Там, правда, надо было нажать одну кнопку, которая у меня не нажималась совершенно почему-то. Но, в общем, получилось так, как получилось. По крайней мере, поэкспериментировали. Вообще, я считаю, что серия получилась крайне интересная и очень страшная. Из-за кучи страшных моментов. Надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо, что смотрели. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.